9 человек вместе. Ну что, нам один час сказали заходить, а потом выйти через час снова сюда же собраться и подведем итог. Мы подготовимся уже к занятиям. Беседы, видите, как я посмотрел, у меня в общей сложности там было 4, то сейчас, что примерно у меня 500 роликов было всего составлено, сейчас рулеткой. Двойной ролик до 5, до 6 собеседников бывает, а бывает из одного состоит. Все на нем, значит, у меня по 500 в среднем, по 500, 600, 700 мегабайт, без ужатия. Как беседовать? Рецепт никакой не дашь. Это все согласно твоей вере, твоего опыта. Подражать мне это не удастся, потому что вы не можете показать то, что есть. Вы просто ссылаетесь на наши ресурсы, если в случае чего говорите в простоте о Христе, никакой книги, никаких религий не трогайте. Вот если будут мусульмане, запомните по пальцам, запишите слово Аллах, Коран, Мухаммад. Три слова не поминайте никогда. Не надо. Будут спрашивать, скажи, я христианин и проповедую Христа по своей книге. Согласно моей книге, я и действую, вы сами решаете. И такие места, которые говорят, кто не имеет сына, не имеет отца. Кто будет не тот проповедовать, анафема. Другого имени нет, которому бежал спасибо. Вот я в это верю. А потом мне никуда не надо шевелиться. Надо быть истинным христианином. Чем мне враждовать надо, оскорбить друг о друге. Попризали бы умолять друг друга. Вот все, здесь мой наказ. Сережа, ты распусти какой момент, а что можно было сразу начинать? Мне хотя бы минут без пяти, или без, там, без трех хотя бы. Через час. Опять Сережа собирает нас. Все у меня, Бог помощь. Бог помощь. Спаси Христос. Я бы хотел добавить. Пожалуйста. Вот если кто-то там материться начинает, то хорошо ему сказать... Вы вычеркиваете его. Заранее предупреждайте, чтобы не курили, при вас не курили. Это четко ясно. Но я делаю заранее уже предупреждение, да и мы не материмся, заматеришься. Если он, это бывает, иногда приходится это место вырезать. А я сам это не умею делать, так дольше, пока ролик появится. А остальные дела, такие как собрание сегодня, занятия, я постараюсь выслать сегодня и завтра. Ну все пока, друзья, братья, мир вам, что-то сестер ни одной нет. Нам надо попробовать, чтобы сестры вышли. Царь небесный, утешитель дух истины, ты везде есть, весь мир наполняешь, сокровищница благ и жизнеподатель, приди, вселись в нас и очисти нас от всякой скверны, и спаси благой души наши. Господи, просим Тебя, благослови наше благовестие в чат-рулетке. Пошли людей, жаждущих слышать Слово Твое. Всякую скверную нечистоту удали из сердец наших. Тебе же славу восылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. А вы знаете, что Христос умер за грехи всех людей и воскрес для оправдания нашего? Да. А у вас в доме такая книга есть? Нет. Вы можете достать в церкви, знать путь жизни своей, для чего человек живет, что его ожидает, с Богом и без Бога. Люди говорят, разные категории есть. Есть только верующие, неверующие. Все, разделение по тому руслу идет. Написано в Библии, говорит, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. А послание это к Евангелию от Марка, 16 глава, написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. И поэтому надо сегодня избрать путь, со Христом или без Христа, тут только одна.
Окей, блядь. Ай, блядь. Здравствуйте. Приветствую. Приветствую, брат. Хотел бы узнать, у вас вопросы задать какие-нибудь? Да, конечно. Ну вот, например, церковь помогла вам в жизни? Ну, то есть вы стали, на просвещение пошли? Ну вот смотрите, давайте сначала... Вы же исправились, получается, вы исправились как личность, получается. Ну, я на пути исправления, это совершенству же нет, ну, окончания. То есть мы же призваны к совершенствованию постоянно. Вот. А если останавливаешься в совершенствовании, то ну, нет остановки, то тебя сразу будет назад наоборот. Ну, как бы деградация начнется. Это один вопрос. Вот вы сказали церковь, ну тут надо о понятиях вот как бы договориться, чтобы мы понимали друг друга, на одном языке разговаривали. Вот вы в вашем понимании вот на данный момент, что вы понимаете под словом церковь? Потом я скажу. Но церковь — это какие-то божественные силы, которые оберегают нас и дают путь на исправление, либо дают путь на какую-то истину, которую мы, возможно, должны будут исправить. Я так понимаю эту суть. Ну, не, ну, а смотрите, а как на самом деле? Вообще церковь — это... Церковь уже, вы шли по черной полосе, вы хотели исправиться, вы пошли на путь исправления. Вас Бог начинает уже, как бы сказать, вот вы пошли, вы исправляете. Не, ну это да, но тут немножко... Я просто сам термин хочу пояснить. Церковь — это... Есть с греческого языка переведено, вот, экклесия на греческом языке, это собрание верных, собрание верных, собрание граждан. Вот раньше рабовладельческий строй был, были граждане свободные, а были рабы. И вот именно собрание свободных граждан. Это с греческого вот. То есть церковь — это собрание людей, которые веруют в Творца, в Бога. Ну, то есть верных Богу, которые, да, вот как вы сказали, что которые встали на путь осознания, да, что как бы ты идешь по дорожке не той, ну, не по тому пути идешь. Вот. Я могу рассказать, как вот у меня было, если вам интересно, в двух словах, обращение, как у меня было. Рассказывайте, пока у меня интерес появился. Да. Меня Виталий зовут, а вас? Ну, меня Яша зовут. А, Яков. Очень приятно. Смотрите, Яков, 18 лет мне было, это где-то конец 90-х это было, мне сейчас 41. Вот. Ух, нифига себе. Ну да. Подождите, это я воды хочу попить, налить. Хорошо. Давайте. Да-да, давайте. Вот, короче, налил себе воды попить. Угу. Так вот, Яков, смотрите, вот это где-то конец 90-х, да. Я занимался хоккеем с мячом. Вот с парнями, ну, с ребятами, мы еще кто, юноши были. Вот. И вот это вот 90-е годы, это как раз, как сказать, ну, до распада Союза же бы как железный занавес был, да, как бы. Вот, а потом пришли... Ну, да, я думаю, что как бы это, ну, сами по себе железный занавес, все дела там. Я к чему это говорю? То есть, ну, не была распространена, там, знаете, вот порнография, я не знаю, вот это вот, свобода греха такого не было. За гомосексуализм сажали там, ну, то есть, было жесткие рамки какие-то были, вот. И это никто ничего не знал. Вот женщины у нас, ну вот девчонки, они не курили вот даже в 90-е годы. Сейчас это все, это нормально. А тогда такого не было. Я к тому, что... И вот когда хлынуло вот это вот, мы помним... Люди по-другому жили, да, получается? Ну, как-то... Более чище было. На самом деле нравственность была более чище. Вот я по детству, я хоть и маленький был, но я помню, намного было чище, ну, серьезно. Вот. Ну вот когда хлынуло вот это, я помню, порнография появилась, а мы же, ну, молодые, что, ну, нам интересно там, мы стали там где-то подглядывать что-то, ну и, соответственно, развращаться умом. Вот потом вот эти фильмы там, бандиты, все, мы собрались в компанию, молодежь, да, молодая криминальная компания. Ну что мы делали? То есть, ну, по беспределу, беспредельничали, грубо говоря. Вот. Потом первая сигарета... Хотите сказать, церковь помогает, да? То есть... Не-не, я к этому приду, я просто свой путь рассказываю. Мы же с чего начали, вот вы хорошо сказали, то есть человек идет по какому-то пути, вот я шел по пути, я вот расскажу, что за путь. Ну, обычный путь, как молодежь, да, проходит его. Вот там какие-то вот, я не сказал, что я там наркотики серьезно употреблял, ну вот эту вот травка, да, вот тоже баловался. 15-16 лет, помню, как сейчас,
Вот в 15-16 лет, то есть самый возраст такой, ну, как когда наоборот надо, ну, развиваться, все. А я в 15-16 лет вот прям себя очень сильно здоровье все загубил. Так вот я как сейчас помню. Как бы молодежь сама по себе, ну, то есть ему хочется что-то новое. Не, ну это, ну, понятно, ну и нам также, нам интересно было все, попробовать это, ну. Но наоборот, как бы это, новое что-то. Не, ну смотрите, хорошо, новое. Вот описываю, да, мы, например, что надо делать? Хорошо, мы собрались в команду, да, некую. Команда хоккей с мячом, пошли на улицу, вот мы команду, нам не надо было организовать. Команда готова. Пошли, раз встретили какого-то парня, там, он один, два и двое. Мы к ним подошли, начали там слово за слово, начали его напрягать, там, разводить как-то. Там, вот, на деньги, там, еще на какие-то вещи, понимаете? То есть нас много, у нас сила, он нас слабее, и мы начали на него давить, там, как-то вот это. Вы тоже наркотики принимали, ну, в прошлом, говорите, 18 лет, да, у вас было? Ну, я вот пробовал эту травку, курил. Ну, понял. Так, не, ну, вот, я к чему, вот, и вот мы налегаем, да, на какого-нибудь парня, да, и уже переходим предел, то есть в наглую просто уже его, ну, как сказать, идет такое насилие, давление над личностью. Это что, это нормально? Не, ну, это нормально? Это надо, ну, как сказать, может, это и надо попробовать, я не знаю, ну, чтобы потом понять. Ну, почему-то надо попробовать, мне кажется. Ну, вот, хорошо, я попробовал, вот я описываю, как мы это делаем, но я вижу, что мы уже переходим границу какую-то очень серьезную. Я стал останавливать своих, ну, вот, парней, с которыми, моих, как бы, моя команда. Я говорю, слушай, давай все, дальше не пойдем. Ну, то есть, дальше не будем его уже, как сказать, напрягать там или вот. Они такие, как не будем? Давай там все, до конца. Я говорю, не-не-не, надо, мы уже что-то переходим какую-то грань. Ну, одним словом, вот, у меня появлялись какие-то такие мысли, что что-то мы, ну, то есть, я себя ставил на место вот того парня, да? А вот это, можно у вас контакты узнать, чтобы вот на будущее, может, вопросы какие-то возникнут, как бы, и я бы хотел вот задать вам. Ну, конечно. Нет, как бы. Да, вот, да, например, не вопрос. Об наркотиках хотел бы поговорить в целом. То есть наркотики, просто говоря. Вы же пробовали, да, получается, из-за этим? Ну, я пробовал. Я пробовал еще. Ну, как бы, исправление. Конечно, конечно. Вот я, ну, ладно, вот, ну. Яков, ну вот смотрите, у меня совесть говорила, совесть во мне, что я не, что мы что-то палку перегибаем. Ребятам со мной, которые, а им не понравилось это. Вот, ну, ладно, и потом у меня началась с ними конфронтация пошла. Не суть. Дальше еще случай такой. Дальше мы продолжали, можно сказать, с сигаретой в зубах, мы продолжали заниматься хоккеем. Я иду на тренировку однажды. Мне еще не было 18 лет. Я иду на тренировку и почувствовал себя стариком, развалюхой, вообще, прям вот конкретно. То есть одышка там, я не знаю, сердце колит, полностью такая слабость ужасная. Вот прям вот реально. И я такой как бы подумал сам, ну, сам с собой, что мне еще нет 18 лет, нет 18 лет, и я уже, ну как бы, уже все, вот, то есть здоровье вообще никакое. И мне страшно стало. Можно же пойти тогда, мне тоже, ну как, не про себя говорю, в целом, можно же пойти на исправление? Ну, так, то есть есть ну я к этому, ну, естественно. Нет, смотри, я к этому иду. Вот я испугался вот этого своего состояния. Я испугался, на меня какой-то страх нашел. Вот буквально от макушки до пят. Прям какой-то молниеносный такой, раз, страшно стало. Ну, за себя, просто за свою жизнь. Что я понимал. Дальше. И вот потом какое-то предчувствие было. Я пришел на тренировку, там, все там. А у нас слово за слово заходишь там, ну, в раздевалку, там, а, привет такой-то, мы по кличкам друг друга называли. Там, привет, там, кальмар, там, привет, еще как-то еще. То есть меня назвали по кличке. Я отозвался там, этого парня тоже назвал, ну, как бы, кликуха у него тоже там, я уж не помню. И его, видимо, задело. Его задело вот это. А я не обратил внимания, сел, стал форму одевать, да. А у него задел, он подходит, а он здоровый, Димка Тесменецкий, он уже на том свете, я его поминаю, потому что он все равно толчок мне дал к исправлению. Он подходит, короче, и с колена зарядил мне, ну, в голову, в глаз. Я не могу говорить, так что это, мне просто сейчас идти надо, заниматься там всеми делами. Извините, конечно, вот я хотел контакт у вас узнать из-за этого. Ну как? Ухожу за это. Так, какие контакты? Ну, запишите. Чтобы
Смотрите, я сейчас напишу мой скайп, да? Можно по скайпу созвониться, пообщаться, что такого? Давайте скайп тогда скидывайте, я запишу. А, можно же в сообщении, да? Так, я только первый раз, сейчас я запишу свой скайп. И, пожалуйста, Яков, можно продолжить. Ну, насчет наркотиков в целом хотел бы поговорить. Вот. Мне вот это интересует тема. Смотря, конечно, какие наркотики. Если игла и по вене, то это серьезная тема. Ну, с нее очень трудно. Ну да, ну короче, наркотики в целом. Вот, если... Конечно. Они след оставят хоть как. Любой наркотик, он оставляет след в организме. Так я и знаю то, что, ну, как бы, и вы говорите. Ну, да, я понял вас. Вот. Так что, ну, а то, что... Ну, видите, я интересное не рассказал. Как дальше про, ну, как сказать, Калинников, Виталий. Так вот, я вам вопросы в целом задам, как бы, и уже потом поговорим. Да, дальше. Да. И еще такой, еще ресурс такой, да, Яков, еще секунду, вот есть такой ресурс, очень хороший, я тоже, во свете Библии называется, вот, туда тоже загляните, там и я есть, и там самое главное, Игнатий Тихонович Лапкин, это, ну кто это друг Божий, я вот так скажу, во свете Библии, это такой канал, просто наберите и сразу выйдите на него, там такой пожилой, я сейчас... Вот, раз, во свете Библии. Это канал на Ютубе. Там и меня можно встретить, ну, я там так изредка мелькаю. Других ребят, но самое главное, это Игнатий Тихонович, это друг Божий. Он, ну, он реально друг Божий. То есть у него бэкграунд там огромный за плечами. Он за веру и сидел, ну, в тюрьме сидел за веру в советское время. И прошел достойно. То есть... Именно скажите, во свете Библии я не могу найти, не получается. Во свете Библии. Открытым оком. Ну как это? Это на Ютубе. Ладно, короче, я лучше ВКонтакте, в скайпе поговорим, там пообщаемся, я в этом вопросе. Хорошо, Яков, я вас жду. Давайте. То есть мне стучите, сообщения пошлите, я вас приму, ну и там дальше как разворачиваться будут. Давайте, ага. Всего доброго. Добрый день. Я из города Барнаула, православный христианин, нахожусь здесь для того, чтобы людям рассказывать о своей вере православной. Ага, я вас слушаю. Вот. Господь Иисус Христос пришел на землю, чтобы спасти мир от грехов. Воплотился. Бог стал человеком, чтобы человека вернуть его первоначальное состояние. Он сотворил его вечно. Вы знаете, что все люди умирают, и мы с вами умрем, и вы умрете, и я умру. Почему? Потому что когда-то наши прародители Адам и Ева согрешили. Грех вошел в мир, а возмездие за грех – смерть. Бог справедлив, Он не может терпеть зла на земле. Поэтому все мы умираем. Но люди, которые покаялись в этой жизни, перестали делать злые дела и стали делать дела добрые, дела милосердия, соблюдать заповеди Божьи. Тем людям Бог обещал жизнь вечную. И после смерти они воскреснут. Так же, как воскрес Иисус Христос, которого распяли. И вот люди, которые христиане, которые следуют Его учению, они воскреснут и будут жить вечно со Христом. То есть есть загробная жизнь. Вот это вот учение христианское. Оно есть и в других религиях. Многие люди верят в Бога и верят в загробную жизнь, но не верят в воскресение мертвых. И вот мне интересно, я уверовал, у меня была смертная болезнь, я заболел, у меня онкология была. Я задумался, неужели я умру, как вот мой отец от рака умер, и дальше ничего не будет, и все на этом. Стал изучать, стал ходить на занятия. У нас в университете были занятия по изучению Библии. Игнатий Тихонович Лапкин вел его. Канал есть, называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Можете зарядить в гугле, посмотреть. И я уверовал, бросил пить, курить, сквернословить, блудить. То есть жизнь у меня поменялась. Я стал
жить честно, стал добрым христианином, принял крещение в 2005 году. Вот, крещение, все грехи прощаются людям. Вот, и теперь я благовествую, веду занятия тоже по скайпу, есть такая программа в интернете, скайп. Ну и вот в чат рулетки тоже мы благовествуем, и вот эти ролики записываем. Вот. Многие, конечно, не верят, не хотят меняться. А есть люди, которые заинтересуются, начинают изучать, и жизнь их меняется совершенно в лучшую сторону. Вот. Вот у вас на футболке какие-то буквы, они огнем пылают, и что-то написано. Нет, это я верю в Бога, это просто трэш написано, просто такая толстовка. А я что? В Бога верю, мне все это нравится, у меня есть Библия, и в школе, когда мы куда-то ехали в поездку, у нас была поездка, мы ездили по всем этим... Святым. По всем церквям. Да, по всем церквям. И там нам выдавали разные книжки, и в одной нам даже выдали маленькую Библию детскую. А где эта школа такая, которая бы вот возила детей по всем церквям? Мне интересно, такое редко встретишь. Нет, это наша школа, когда я еще жил в своем старом городе Ростове. Ну, я сейчас живу в Ростовской области, то есть не в самом Ростове. Там мы с нашей учительницей, с нашим классом поехали в поездку и, то есть, ездили по всем церквям. А инициатива от учителя это исходила или от кого? От учителя. То есть она сама взяла. Многие же могли родители возмутиться и сказать, что у моего ребенка, он у меня атеист, например, многие же неверующие родители, да как они так? Нет, в нашем классе многие пошли, но были, конечно, люди, которые не поехали, но многим было интересно. Угу. Вот так. И после этой поездки вам подарили Библию, и вы стали читать, интересоваться, наверное, да? И, или вы... Да, там, да, нам было очень интересно. Спасибо, что вы мне все это рассказали. Ну, слава Христу. А до этого вы сами читали Библию? Пытались? Да, я читал. Потом мы ее поставили около наших икон. И перестали читать? Нет, ну, время от времени я читаю, просто сейчас школа и мало времени. Угу. Так бы я читал ее с удовольствием. А что помнится из Библии? Можете вспомнить, что вас особо затронуло, заинтересовало из этой книги? Ну там было, я особо там не дочитал, что там происходило. Я начал читать, и там говорилось, что кто от кого там семья, кто чей отец, кто от кого произошел. Авраам родил Исаака, Исаак родил, да, там вот это, да, начали. И там было очень много, да. Но потом это нам все выдавали вот практически в последний день зимних каникул. И потом уже начались каникулы, я читал, а потом опять началась школа. И сейчас мало времени. Спасибо, что вы мне это все рассказали. Это было все интересно. Расскажи обязательно все об этом своим друзьям. Слава Христу! Заходите на наш сайт, канал «Во свете Библии». Там очень много роликов снято. И вот этот наш ролик, в частности, можете там посмотреть. Я сейчас запишу себе. «Во свете Библии». «Во свете Библии», да. Игнатий Лапкин. Ага. Так, «Во свете Библии», да? Да, «Во свете Библии». Он называется «К истине один народ.ру», так этот сайт называется. И там на нем есть объявление. Вот, и я веду занятия. Вот через час у нас занятия по скайпу начнутся. Скайп мой Пупков Сергей один. Вот, и я 3 раза в неделю веду занятия. Мы читаем Библию и читаем толкование. И каждый может задать вопрос, что ему непонятно в Библии. И Игнатий Тихонович, вот это мой духовный наставник, мой духовный отец, он на эти вопросы отвечает. Ему уже 80 лет, и он 50 лет несет этот крест. И в свое время он
сидел в тюрьме за то, что распространял Библию, но начитывал на пленке, тогда были катушечные магнитофоны, тогда преследовали это, храмы, может быть, церкви рушили, вы знаете, потом стали восстанавливать. Вот он исповедник, и вот он ведет такую вот деятельность активную в интернете, просвещает людей, чтобы они перестали грешить и вели чистую, богобоязненную жизнь. Как вас спасибо звать? Вам за это. Меня зовут Михаил. Михаил, меня Сергей Павлович. Давай, Мишенька, с Богом. Христа распятого и воскресшего. У вас такая дома книга есть? У меня дома Куран есть. Куран. Куран? Вот такая у вас получается книга? Вот такая? Куран? Да. А вот здесь что написано? Аллах написано. Что, такое длинное слово Аллах, что ли? Вот наверху Аллах написано. Вот здесь, да? Да. А вот здесь? Да. Аллаху Акибар написано. А вот здесь, вот здесь? Да. Аллаху Акибар. Нет, здесь другое написано. Здесь это перевод на русском языке написано. Вы не знаете? Вы тоже не знаете язык, что ли, арабский? Чуть-чуть знаю арабский. Ну, понятно, понятно. Ну, хорошо. Но мы проповедуем Христа, Сына Божия, лицо Святой Троицы, истинного Бога, который воплотился ради нас, умер за наши грехи. А вы не верите в это? У вас Иса, он не умер, его забрали. Да, да, да. Вы в это не верите? Но это было на 600 лет позже написано, чем произошедшие события. Иса, когда... Сейчас. Ахры заман, не дает кадр? Когда Джалал приедет здесь, Зах будет? Потом Иса приедет на земле. Это в Библии написано, что он приедет. Понятно. Вы зайдите, заходите на наши ресурсы. У нас есть ресурсы «Во свете Библии» называются. Там YouTube-канал, вы там можете себя увидеть. Да. Я чуть-чуть русский не понимаю. Я понял, что у вас этот, вы по-русски не очень. Поэтому я вам просто... Этот, говорю, что вы зайдите, канал «Во свете Библии» называется, в Ютубе. Там вы сами себя... Во свете Библии, да. Вообще Библии. Во свете сейчас. Библии, во свете. Сейчас. Вот смотрите, вот. Блин. Вот, скопируйте себе, скопируйте. Вы себя увидите там. У нас, увидите, как живут православные люди, по-настоящему верующие. Не те, которые вы, ходят там, такие... Непокрытые, а у нас женщины с покрытой головой. Все. Мужчины с бородами. По-настоящему настоящие христиане. Увидите, чтобы вы знали просто, как они живут. Зайдите, посмотрите, вам понравится. Ну ладно, будем прощаться. Мир вам. С Божьей помощью. Я православный христианин, ищу людей, с кем поговорить о Боге, о спасении души, о вечности. Я сам христианин. Ну, слава Богу. А Слово Божие изучаете? Святую Библию? Библия, да. Ну, вот я ищем таких собеседников, ну и людям проповедуем тоже Евангелие здесь. Вот для этого я зашел в чат-рулетку. Сам я нахожусь в город Барнаул, Алтайский край. Я Самары, да? А вы христианином назвались именно, где вы, православный или неправославный человек? У меня церковь 50. А, 50? Угу. А как вы к вере в Богу пришли? Или вы с самого детства были? С самого детства родители. С родителями, да? Да, слава Богу за все. Мы вот здесь в Барнауле я нахожусь, и у нас здесь православные общины две. Чем они отличаются от обычных православных, если вы, конечно, встречались с нашими православными? Тем, что у нас авторитет Священное Писание, Слово Божие. То есть на первом месте всегда стоит. Вот даже если видите, он над дверями у нас висит.
Луки 6:31. Читается вам? Ну, это далеко, потому что. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Луки 6:31. То есть первое место, и у нас всегда мы всюду, везде благовествуем. Вот сегодня воскресный день, и в воскресенье мы обычно выходим на благовестие. Вот сейчас вот в чат рулетку зашли. Многие из наших общин, из общины вернее, кто имеет доступ к ресурсам, вот зашли для проповеди Евангелия сюда. Может, у вас какие-то есть неразрешенные вопросы к православным? Нету? Ну, вы же Слово-то Божие читаете, изучаете. Может, какие-то есть само вопросы? Например, вопрос о церкви. Что есть церковь вообще? Христова церковь, где она находится? Да. Невеста Христова. Но она земле, она же существует, эта невеста Христова. Вот смотрите, Матфея 16:18. Господь как сказал? И создам церковь, и врата ада не одолеют ее. То есть это он говорил к Петру. То есть, но это относится и ко всем, то есть к ученикам. Вот, а в Деянии 2:40, как мы видим, в Пятидесятницу, там сошел Дух Святой, образование было церкви, именно с того момента началось, с Деяний 2 главы, когда Дух Святой сошел на апостолов, и они вышли после этого на проповедь Евангелия по всему миру. Это было евреи, а язычники присоединились, Деяния 10 глава, через Корнилия Сотника, если вы читали, помните такое, да? Там, когда Господь послал Петра к Корнилию, чтобы он пришел и возвестил слова жизни, Корнилий обратился, он был язычник как раз. И вот с этого момента начинается открытие, открылась дверь для язычества. Господь открыл. Потому что когда в Евангелии там мы читаем, там Господь посылал своих учеников, он посылал только к кому? К иудеям ходить, в основном к евреям. Говорит, другие самаренские там города не заходите, вот здесь вот. Ну а в Деянии 2:47 мы видим, что Господь написано, что многие уверовавших Господь прилагал к церкви. То есть не просто люди обратились, они услышали слово Евангелия, Господь вводил их в церковь Христову. То есть не просто, вот, например, наш человек 5 уверовал во Христа, вот Евангелие мне попало в руки, я уверовал. И мы начали вместе собираться и начали изучать Слово Божие, и все. И мы считаем, что, как вот многие вообще протестанты говорят об этом, что где двое или трое собрались, а там я посреди них, как Господь говорит, да? Там уже написано «собраны во имя Мое», то есть Духом Святым. И вот и надо, а церковь в чем состоит? То, что там, это собрание верующих, но у них должно быть рукоположение от апостолов. Потому что апостолы рукоположили епископов, епископы, и до наших времен дошло. Потому что через епископские руки, через священнические подается благодать Божия. В чем она заключается? Что есть 7 спасительных таинств. Это крещение. Крещение, в крещении омываются грехи. Если вы знаете, если Слово Божие изучаете, помните об этом, места Писания. А вы изучайте. Видите, Господь же нас призывает к изучению. Он говорит, Евангелие от Матфея 5:30. Чтобы 39, что исследуйте Писание, ибо вы думаете, из них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне, то есть о Христе. То есть надо вникать. Ну и апостол Павел говорит, 1 Тимофея 4:16, что вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Ибо так поступая, себя спасешь и слушающих тебя. То есть это нам в обязанность поставлено. Хочешь, не хочешь, а Слово Божие ты должен вникать. То есть это Господь нас спросит. Ага. У вас, если Библия есть под рукой, можно было побеседовать Библию. А, ну все тогда. Ладно, Бог помощи. Если у вас желание будет, вы можете выйти на наш канал, «Во свете Библии» называется. Игнатий Лапкин, 4 слова введете, и много там полезного узнаете. У нас по скайпу вот так с людьми идут беседы, даже с пятидесятниками, баптистами, ну вообще, без разницы, мусульманами. Вам будет полезно посмотреть. Ну все, с Богом.
Вы хотите побеседовать о душе? Не ругаться только, чтобы ни одного слова, чтобы не было поганого. Скажите, у вас в доме такая книга есть? Никто не говорит, на какой сборной. Есть! А вы показать можете ее? Она у бабушки в другой комнате, да? Дед Филипп? Ну покажите, мы побеседуем сейчас. Так мы не дома. Не дома. Вы знаете, что человек рождается и умирает, но с этим не заканчивается все. Чтобы вам спастись. Ибо Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями. Почитающий отца очистится от грехов и уважающий мать свою, как приобретающий сокровище. Почитающий отца будет иметь радость от детей своих и в день молитвы своей будет услышан. Уважающий отца будет долгоденствовать, и послушный Господу успокоит мать свою. Боящийся Господа почтит отца, и как владыкам послужит родившим его. Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них. Ибо благословение отца утверждает дом и детей, а клятва матери разрушает до основания, ну, то есть проклятие. Не ищи славы в бесчестии отца твоего, ибо не слава тебе бесчестие отца. Слава человека от чести отца его. И позор детям, мать, в бесславии. Сын, прими отца твоего в старости его, и не огорчай его в жизни его. Хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхождение и не пренебрегай им в полноте силы твоей, ибо милосердие к отцу не забыто, несмотря на грехи твои. Благосостояние твое умножится. В день скорби твоей воспомянется о тебе, как лед от теплоты разрешатся грехи твои. Оставляющий отца тоже, что богохульник, и проклят от Господа, раздражающий мать свою. Это Библия. Я вижу, да. Да просто так получилось, попалось. У меня отца, он как бы, ну, есть вообще по факту, но он, я его 2 года потерял, получается. 4 года, то есть. Вот, и поэтому я его не знал даже. Ну, а вы знаете его имя? Имя, конечно, знаю, да. Ну, а вы его поминаете в молитвах? Ну, как? Ну, я не молюсь, но я вспоминаю о нем. Ну, вот когда вспоминать, да, конечно, нужно. Ну и когда на молитву будете вставать, благодарить Бога, там, славу ему воздавать, там, просить что-то, ну, просить прощения, там, в каких-то глупостях, которые мы часто творим пред Богом. Или которые он совершил. Ну, и да, ну, конечно, и за батю надо, за отца надо... Ну, тоже его имя поминать, как бы, вот. И мать тоже, там, ну, кого любим, короче, как минимум, кого любим. Вот. Зла не надо держать. Нет, нет. У меня тоже у отца, он 2 года, мой батя Виктор, он 2 года, ну, ему было 2 года, и все, и он также отца потерял. То есть, вот. Ну, потом у него отчим был, правда. Вот. То есть, я это понимаю, насколько это... Ну, насколько это трудно без отца. Ну, ничего, уже, в принципе, уже я перерос. Уже. Нет, это понятно, ну, вот так. Понятно. Но мама также, то есть и мама, и благословение матери, видите, как тут написано, то есть утверждает дом и там все. А вот еще мы все вот сейчас такой, ну, тренд, не тренд, да, вот, типа, богатство, там, здоровье, там, и все остальное. И вот... И Сирах пишет, вот я, можно еще зачитать немного? Вот смотрите, книга Иисуса, книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, вот это в Библии есть. И вот вторая глава, первая глава даже. «Всякая премудрость от Господа, и с ним пребывает вовек. Песок морей, капли дождя и дни вечности, кто исчислит?
Высоту неба и широту земли, и бездну, и премудрость кто исследует? Ну, то есть это невозможно человеческим, да, умом. Прежде всего произошла премудрость и разумение мудрости от века. Источник премудрости – слово Бога Всевышнего, то есть Библия. Вот. И шествие ее – вечные заповеди. Кому открыт корень премудрости, и кто познал искусство ее? Один есть премудрый, весьма страшный, сидящий на престоле своем – Господь. Он произвел ее, и видел, и измерил ее, и излил ее на все дела свои, и на всякую плоть по дару своему, и особенно наделил ею любящих его. Ну, то есть мы видим на любом животном, да, как оно устроено, даже на животном, насколько, ну, у каждого животного свои дары там есть, свои таланты, можно так сказать. Это же все. Скорость. Да. Ну, у человека он вобрал в себе вообще все. Это человек по образу создан, Боже. Это уже отдельный как бы такой элемент, да, творения. Венец творения человека называют еще. Вот страх Господень, вот смотрите тут, какие интересные, дальше вот самое сейчас пойдет. Страх Господень, ну то есть бояться Господа, да? Угу. То есть, ну насколько так вдуматься, насколько он велик, если он создал всю Вселенную, когда на звезды ночью смотришь, насколько, ну реально страшно, насколько он велик, Господь. Вот, и вот страх Господень, слава и честь, и веселье, и венец радости. Вот эти слова меня, я когда читаю всегда, меня они... Ну, я не знаю, они, как сказать, они меня поражают. Еще раз. Страх Господень – слава и честь, и веселье, и венец радости. Страх Господень – усладить сердце, и даст веселье, и радость, и долгоденствие. К чему люди все стремятся? Как раз к этому. Ну, да. Хотят быть счастливыми, быть богатыми, быть радостными, полноту бытия вкушать, да? Пока вот. Любовь к Господу, славная премудрость. И кому благоволит Он, ну, то есть Творец, разделяет ее по своему усмотрению. Начало премудрости, вот начало премудрости, бояться Господа. И с верными она образуется вместе в чреве. Среди людей она утвердила себе вечное основание, и семени их верится. Ну, то есть потомство будет тоже, да, благословенно. Полнота, то есть это начало премудрости. Далее, полнота премудрости, бояться Господа. Так, хорошо. Полнота премудрости, бояться Господа. Она напояет их от плодов своих. Весь дом их она наполнит всем, чего желают, и кладовые их произведениями своими. Венец премудрости, страх Господень, произвращающий мир и невредимое здравие. Но то и другое дары Бога, который распространяет славу любящих Его. Он видел ее и измерил. С Богом будем о тебе молиться. Приходи на наш сайт, на наши занятия. Храни Господь. Спасибо. Я приду. Ждем тебя. До свидания. До свидания. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. С праздничком. С каким? День России. Нет сегодня Дня России. Сегодня воскресенье. Вот это праздник. Я сегодня в храме побывал. День милиции. Какой? Христос воскрес. Воскресенье. Воскресенье нужно идти в храм Божий. Благодарить Бога. Это первый день недели. Не понедельник, а воскресенье первый день недели. Но мы неправильно считаем. Слава Богу. Подождите, а вы что-то знакомые? Что-то знакомые? Да, я его духовное чадо. Вот, мы сейчас с ним ролики во свете Библии смотрите, да, канал? Вот. Да, да, я ролики много его смотрел. Нравятся вам ролики смотреть? Да, конечно, да, у вас там нормально все. Деревня же там, да, вот это все? Да, Потеряевка, но я сам с Барнаула, я летом Потеряевка. Только в Потеряевку езжу, да. Это какая область, скажите, пожалуйста? Это Алтайский край. Ал-
Алтайский край. Алтай, я из Барнаула сам, да. Игнат Тихонович тоже из Барнаула. Вот, мы сейчас договорились, помолились, и он сейчас тоже в рулетке сидит. И сейчас вот мы через 2 минуты заканчиваем, мы будем Богу благодарить. Мы людей просвещаем. Дай Бог ему здоровья. Передам. Дай Бог ему здоровья, вам здоровья. Да, а вам дай Бог душевного здоровья. Избавляйтесь от грехов, переставайте грешить, верьте в Евангелие, читайте Библию. А как это? Живите свято. Не ожидал вас увидеть. Не ожидал увидеть. Ну, слава Богу. Геннадий Лапкин там вот есть канал. Игнатий, не Геннадий, а Игнатий. Игнатий, да. Игнатий. Канал «Во свете Библии» называется. К истине один народ.ру. Канал «Во свете Библии». Да. Можно подписаться. Да, подписывайтесь, да, очень интересные ролики. И вот, может быть, себя увидите скоро тоже. Как мы с вами беседуем. Вы уже давно же у него там, да? Да, я в 2005 году принял крещение. Вот, до этого я где-то год ходил на его занятия, он вел занятия в политехническом университете, я уверовал в то, что он говорил. Да у нас многие вот эти ролики смотрят, потом приезжают в Потеряевку, принимают крещение, и жизнь человека меняется совершенно. Моя жизнь поменялась кардинально, благодаря ему. Ну вы изменились прямо вот так вот, правда, по роликам даже вот. Я видал те ролики. Да, я сейчас занятия веду, вот мы с Игнатом Тихоновичем ведем, сейчас через час начнутся занятия, мы в скайпе ведем занятия с людьми по священному писанию, толкования преподаем, блаженного Феофилакта Болгарского. Люди вопросы задают, тоже я вас приглашаю, мой скайп Пупков Сергей один тоже. Можете прямо онлайн с Игнатом Тихоновичем пообщаться. А как это подключиться онлайн? По скайпу? По скайпу, да, Пупков Сергей один у меня скайп, меня найдите и мне напишите Пупков на занятие. Сергей один, да? Да, 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 Пупков Сергей, наконец, на конце Y, Пупков Сергей, единичка, mm-hmm. Да, вот. Вот через час мы начнем заниматься, если хотите, прямо. Библию о том, что Христос умер за наши грехи. Согласен, согласен с вами полностью. Мы как бы тоже не с той целью там... зашли там кого-то с кем-то поругаться, а просто живем в разных концах России. И вот, например, в Казани я не был ни разу. Вот мне интересно, потому что я с разных, с маленьких городов даже попадаются люди, в которых ты ну просто априори не можешь проехать. Ну, никогда там не будешь. Вот мне интересно быт и вообще, как вот люди живут в этих маленьких городах. Ну, в любых городах. Вот мне как интересно, как вот, как Казань. Как в Казани у вас дела там стоят? Ну, в Казани у нас наполовину православные, наполовину мусульмане. Две религии вместе, в принципе, уживаются нормально. Нет никаких конфликтов на этой почве нету. Мы православные христиане. Вот сюда. А так-то что это у меня спрашивать? Я сюда, в принципе, я могу только о Боге рассказать и прочее. А так по Казани-то там что рассказывать? Надо съездить, посмотреть, красивый город. Красивый есть. Ну, понятно. Ну, Казань, да, да, да. Очень красивые, вот, современные его там обделали там за последние 10 лет. Всякие соревнования мировые проходили. Все. А так, я могу вам предложить только, как, чтобы вы посмотрели, как живут христиане настоящие, православные. Православная деревня, единственная в России. У нас есть видеоканал, называется «Во свете Библии». Вот вы можете там посмотреть. Понятно. «Во свете Библии», если запишете, YouTube. 42 миллиона просмотра, и вы там тоже будете. Вы ну, хороший человек попался. Там, ну, такое редко тут попадается, чтобы нормальный, адекватный человек. Ну, нас как минимум двое. Вдвоем, да. Хорошо, никто не матерится, это вообще редко. Да, нет, нет, нет. Мы не из тех. Мы как бы мы взрослые ребята, спортсмены, ну вот, тренер. Ну вот вы душу, если спасти. Понятно. Душу спасти хотите, вот читайте Библию, по ней живите. Потому что ее Бог нам оставил. Спасибо. Спасибо. Заходите на канал «Во свете Библии». «Во свете Библии». Такое вы в мире не найдете, то, что есть на этом канале. Там... А у вас община там своя получается, да? Поселение, да. Община, да? Да, община там. «Во свете Библии». Да. Это единственная в России настоящая православная община. Православная церковь, то есть русская официально. Угу. Больше нигде такого нету. Все... Денег в храме никто ни с кого не берет. Священник деньги не берет. Все чинно. Никаких, все таинства, все бесплатно. Женщины все покрытые ходят в платках. Мужчины с бородами только.
Все, все по Библии, по Библии. По-настоящему людей мы зовем. Ладно. Царствие Божие. Удачи вам. С вашем Богом. Деле. Благослови вас Бог. Просвещение. Благослови Спасибо. Вас Бог. И вас. До свидания. Мир вам. Здорово. А можете беседовать без всяких скверных слов? Без скверных слов? Да, беседа, разумеется, легко. Ну, слава Богу. Я сам, сам православный христианин. Ищу людей, с кем побеседовать о Боге, о спасении души и о вечности. Че, слишком далеко? Да мозга и костей православный. Что именно вы сказали? Да мозга и костей. В Библии по-другому звучит. Надо любить Господа Бога своего всем сердцем своим, всем разумением своим, всей душой своей, всей крепостью своей. И любить ближнего своего, как самого себя. В этом весь закон и правда. Так что Господь-то нас... Господь Бог, да? Да. А вы знаете, что представление церкви о Господе, о Господе, довольно-таки ошибочное? На основании чего вы говорите об этом? На основании чего? Да. На основании бытия, жизни, взглядов, идеологии. Ну это есть такой был царь Давид, это он жил несколько тысяч назад, он сказал так. В этой вот Святой Библии, в книге Псалмах, он сказал, сказал безумец сердца своим, нет Бога. Вот и все, весь ответ ваш. У нас основание вот этого, потому что Господь будет судить по этому слову. Мы все умрем и все воскреснем на суд Божий. Все, верующие ты, неверующие. Ты мне так нравишься просто, вообще жестко. Слушай, ну классно, и что, и сколько дает Бог-то за такую вот награду, за такую службу? Он дает жизнь вечную. Он не заработал, он дает это даром. Только чтобы ты поверил и раскаялся в своих грехах. Вот я, мне сейчас 41 год, а я 26 лет осознанно встал на колени перед Богом Создателем. И пока... Хорошо, 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 классно. А сколько уже вы отдали своей жизни и своих денег на службу Богу? Денег тут не считается, потому что милости нет. Ты даешь, как говорится, как Господь тебе положит на сердце людям, нуждающимся в этом. Вот я назывался православным христианином вам. Я сейчас нахожусь в город Барнаул, Алтайский край. И у нас... Назвался или представился? Представился. Православный христианин, да. И у нас есть здесь две православные общины наши, в которых у нас нет ни, у нас нету ни торговли, никто не ходит, там деньги не собирает. У нас, потому что, согласно Слову Божие, священник живет на десятину, то есть десятая часть от каждого верующего человека. А остальные все таинства даются, преподаются бесплатно. Крещение, там это, другие, там венчание и так далее, это все бесплатно. Свечки, все бесплатно. То есть мы сами воск покупаем, выливают, или вообще свечи покупаются и ставятся в храме бесплатно. Но платится обязательно десятина от каждого верующего. Это согласно Библии, так Господь заповедал. А все, что остальное здесь в Московской патриархии у нас творится, это все беззаконно. То есть никакой торговли... Смотрите, смотрите, Господь в Евангелии так сказал, я, говорит, пришел спасти не праведников, но грешников. Вот почему, он говорит, идите проповедуй Евангелие всей твари, то есть по всему миру идти проповедовать. Чат-рулетка это то же самое касается. Есть какие-то вообще доказательства того, что это было? Что именно? Ну вот вы говорите много лет назад, а то и заходите за тысячу лет назад. А вы знаете, что история имеет переписываться возможность? Так вот, видите, при вашей жизни вот Бог такой, а спустя 100 лет он уже будет другой. Смотрите, Господь отвечает вам на этот вопрос. Он говорит, я бодрствую на слово моим. То есть его писали, вот эту Библию, 40 авторов. Переписывалось, понятное дело, потому что бумага имеет свойство терять свои свойства. Но Господь говорит, я бодрствую на слово моим. То есть переписчики всегда от этого относились богобоязненно. И ни одной буквы никогда отсюда не выкинут. Потому что они Бога, страх Божий. И написано в Библии... Вы просто на доверие, да? Вы доверяете? Я верующий, понимаете? Я верующий. А верующий кто такой? Этот, который... Он верит в то, что он не видит. Это дар Божий, это Богом дается. Если ты ищешь, Господь даст тебе... Верить это. В то, чего нет, то бишь того, чего нет, правильно? Он есть, но он невидим для нас Бог.
Я не видел апостолов. Я не видел тех мужей, которые умирали за Христа. Но я верю, что они... Значит, их нет. Они есть. Да. Если вы, например... Они есть, если их не видите. Смотрите, если я ваш ум не вижу, его что, тоже нет у вас? Нет, меня вы видите, во-первых. Я ваш ум не вижу. Я понятное дело, что я вас вижу. И точно так же я вам... Это не вымышленно. Это не вымышленно, это истина. Да, окей. Но окей, давай возьмем такое, что вот есть люди, которые занимаются теми же самыми пропагандой каких-то историй, продлевают просто жизнь этой истории. За счет чего она живет и, соответственно, выманиваются деньги за счет для этой истории. Потому что история должна жить, а чтобы история жила, нужны деньги. Соответственно, правильно? Для меня главный вопрос, как спасти свою бессмертную душу. И для вас точно так же этот вопрос. Потому что умирать мы все... От чего спасать? От чего? А потому что в вечности ты будешь или в аду, или в раю. Это от тебя зависит. В аду вечное мучение с сатаной. Существует не ад. А как можно... Подождите. Ад. Существует для вас, существует ад и рай, да? То есть рай — это место, где все хорошее происходит, да? То есть, ну, как вы говорите, все скапливаются хорошие люди, правильно? Да. Нету. А в аду наоборот. Написано... Как отличить от хорошего, от плохого, если не существует баланса между тем и другим? Как в раю можно жить, если, как ценить хорошее, если ты не познаешь плохого? Смотрите, вот для того, чтобы войти в Царство Небесное, в Библии так написано, ничто нечисто не войдет в Царство Небесное. Вот эта вот книга нам как раз поясняет, как жить свято, чтобы не грешить. Если даже где-то согрешил... Царство Небесное. Вот, соответственно. А земля — это что, по-вашему? Вы не понимаете, что такое Царство Небесное. В Царстве Небесном... Царство Небесное — это рай. Царство Небесное — это есть рай. В Царстве Небесном не будет этого земного, все, что у нас сейчас есть. Там все будет нетленное. Мы все воскреснем в нетленных телах. Только одни будут муку вечную посланы в этих нетленных телах. Душа наша, душа и тело. А другие будут жизнь вечную, со Христом жить в блаженстве. Вот здесь вечно жить, вечно. Бог-то сотворил человека для вечности, а Адам и Ява согрешили, и после этого грех вошел в них. И так передается каждому из нас. И почему, как в Адаме, все умираем? Смотри, вот смотри, получается, если Бог создал Адама, а потом Еву, правильно, да, и они согрешили, то есть получается, он из своего же, то есть если их чистили, да, от своего блага, там, разумия, благодеятельности, да, создал людей, правильно? Которые потом согрешили. То есть получается, сам Бог внутри грешен. Вы делаете неправильное дело в том, что Бог сотворил человека по своему, своей свободной воле. Ты можешь выбирать между добром и злом. Адам, он сказал, не прикасаться к дереву познания добра и зла. Он прикоснулся вместе с Евой. Грех-то от них пошел. Есть понятие добро и зло? Конечно. Нет такого понятия. Есть, Библия об этом говорит. Это написано святыми, это написано... Окей, как тогда по поводу того, что добро имеет злой характер, если его много, а если зла много, оно имеет и добрый характер? Царь Давид так сказал, вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Это все вымыслы человеческие. Это не вымысел. Вы так же будете умирать, как я. Хоть хотите вы этого, не хотите. Нет, я не буду так же умирать, как вы, поверьте. Я буду умирать своей смертью. Это понятно. Нет, я говорю о том, что каждый из нас смертен. Вы с этим-то вы согласитесь? Ну а почему человек-то смертен? Почему до определенного момента он растет, а потом раз и уходит на старение? Почему это происходит с человеком? Все, конец времени. Ну а почему это происходит-то? А в Библии как раз этот ответ есть, потому что просто... Потому что все, что имеет начало, имеет и конец. Потому что человек смертен. Потому что во грехе родила мне мать моя. Человек, даже растение смертно. Человек рождается во грехе. И через грех вот это умирает. Но Христос пришел и распялся за наши грехи. И взял все свои... Вот распять у меня вот там есть сзади. Она показывает о любви Божией, что Бог показал свою любовь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Бог по любви Сына Своего послал сюда в мир. И Он за нас принес своей жертвой.
за наши грехи был пролит его пречистая кровь. Потому что ваши все эти усмешки... Если у человека есть выбор, значит, этот выбор учтен Богом, правильно? Что человек выберет. Конечно, в любом случае, конечно. Если Бог есть, да, он примет человека любым. Потому что так или иначе, чтобы человеку как-то решиться на какой-то выбор, да, сделать, как вы говорите, зло или добро, да. Какие-то между типа, тем и другим, чтобы выжить ему самому. Так или иначе, приходится что-то из этого выбирать. Это не всегда один выбор какой-то между добром и злом. Но человек-то из этой... И в конце Бог будет спрашивать за поступок человека, когда он сам все видит и сам все осознает прекрасно. Конечно. Он будет за нашу свободную волю с нас спрашивать. Ты мог выбрать добро, ты выбрал зло. За это ты будешь наказан. Если ты, конечно, не принес покаяние. Я буду еще и наказан? Конечно. Потому что у тебя свободная воля, как у человека. Бог сотворил тебя свободным. Все. Вот за эту свободу ты будешь отвечать, что ты выбрал. По-моему, мне дало свободу мое государство, моя мама, мой отец. Я не вижу никакого Бога. Но откуда человек так произошел? Человек откуда произошел? Откуда произошел? Ну, откуда он взялся? Неизвестно. Неизвестно? Много разных историй. Как раз вот вы во тьмах живете, а Библия как раз об этом говорит. Сотворен был первый человек Богом Создателем. Животные были. Да. Весь мир говорит о том, что у нее есть Создатель. Киты, рыбы там различные, животные, птицы, звезды, галактики. Все говорит о том, что есть разум, который это все сотворил. А вы отвергаете. Это безумие полное. То же самое, что если я вот сейчас сижу, например, в доме, сказать, его никто не строил, он сам по себе возник. А если его кто-то построил, хоть я и не видел их, этих людей. Ну, вы говорите о вещах, которые не, как говорится, которые которые не важны, скорее всего, в материальном мире. Понимаете? Вы говорите о душевном каком-то там высшем благе, но это все там. Понимаете? Смысл? Когда вы, как говорится, переродите на другую форму жизни, да, в духа, да, так сказать, там духом станете, да, вы же там есть там что-то понятие об этом. Нет. Когда вы будете соблюдать эти нравственность, там уже там, Господь. Да. Сейчас это жизнь, это тут другие правила. Есть закон, и этот закон только важен. Вот и все, никакой Библии. Вот как раз внутри закон в нас, в нашей совести написан Богом. Это голос Божий, когда совесть нас осуждает или оправдывает. То есть в психологическом восприятии, да, человека? Я вам говорю, на основании Слова Божьего, мне зачем эти мирские понятия все? Нет, потому что вы апеллируете тем, что невесомо, и это... не имеет основы. Оно вот витает где-то, оно не имеет какой-то факта. Ну потому что люди люди отошли от Бога настолько далеко, для чего Господь сперва была в совести. Люди первые, они жили по совести, а сейчас живут, согласно вот этот святой Библии, письменный закон Господь дал. Чтоб ты свою совесть сверял именно со Словом Божиим. Как надо жить. Люди жили по совести? Когда... Первые люди. Когда еще не было письменного закона. Люди. Да, первые. После Адама, Евы и другие, которые идут последующие после него. Которые люди жили. Да. После первых сотворенных людей, люди же дальше развивались и жили, размножались. Так подождите, они жили где? В Эдеме, правильно? То есть они жили в раю. Они потом были изгнаны. Адам и Ева. За грех они были изгнаны из Адама. Потом они уже... Потому что человек имеет свободную волю. Я же вам об этом говорю. Даже вот здесь, на земле... Как можно согрешить в раю? Да потому что Господь сказал, не ешь от этого дерева познание добра и зла. А он взял, вкусил с женой со своей. А почему? Так, а кто виноват-то в том, что это дерево появилось? Кто был сам-то кто приманил-то этими яблоками? Их приманил сатана, дьявол. Это падший херувим, который был херувимом, потом стал сатаной, то есть это противник. Он своей... Господь его сотворил чистым и непорочным, а он сам согрешил. Он возгордился, сказал, я превыше богов всех. И от этого у него было падение с неба. Господь его изгнал. Красивая
И сейчас он летует, и прямо над душами людей управляет. Если люди, конечно, не покоряются Господу Богу. Свою жизнь не отдают для Христа. Тогда сатана не имеет над ними власти. Если бы вы молились, вы бы сейчас... Если бы вы сейчас молились, у нас бы сейчас было единомыслие вот по этому слову. А так у вас сатана искушает. Просто в ничто. То есть вы умрете, и будет лопух у вас на могиле. А этого ничего не будет. Будет вечная жизнь. Только где ты будешь вечно мучиться или вечно в раю сблаженство с Богом? А вечно мучиться тоже не получится, ты понимаешь, нет? Ну откуда вы знаете? Как можно вечно мучиться? Когда Господь... Первое время у нас будут муки, а потом ты привыкнешь. Никаких мук не будет. Это вы так думаете, потому что вы сейчас сидите здесь... А я не думаю, я же тебе объясняю. Смотрите, если человек блаженствует постоянно, он перестает блаженствовать. Вы же не понимаете, что такое блаженство. Вы же не понимаете, что такое блаженство. Если человеку делает что-то плохо, он со временем к этому привыкает, пристращается, адаптируется и живет по этим правилам. Все. Нету никаких там вечных мук. Да, бочка. И вечного блаженства. А? А, сейчас. Ну ладно. Я помолюсь за вас, чтобы Господь спас вашу бессмертную душу. Помоги вам найти Христа, чтобы ваша душа не погибла для вечности. Многие воскресли. Я вот звоню из Барнаула, у нас Клавдия Устюжанина. Зарядите Клавдию Устюжанина. Она воскресла в третий день. Похоронка пришла, все, уже забирайте из морга. Ее труп препарировали, резали. И через 3 дня она ожила, и рассказывает, что она видела. Никто не ожил. Многие люди, ни одни, ни два, тысячи. Главное для нас это Библия, Слово Божие. Веровать во Христа, приготовиться к смерти. И Господь простит любому грешнику грех, только раскайся. Он умер за наши грехи. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Нет, почему? Я поспорить могу. Ну, а я спорить? А нам не положено спорить. Наши грехи, когда меня еще не было. Я еще не грешил. Знаете, выражение есть такое. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, тот возвещает истину. Нам зачем спорить? Я проповедник. Нас Господь послал рассказать о церкви, о вечности, о Христе. Спорить это с тем, кто ничего не знает. А вы в рулетке в чат зашли, чтобы доказать? Для того, чтобы людям показать, что без Христа они в ад пойдут. Что тут одно блудилище Содом и Гоморра. Их ждет огонь вечный с дьяволом, где плащ и скрежет зубов. А если покаются... А кто знает вообще, кто не говорил вообще, как в аду, как в раю? Где как есть? Спросите, почему демоны себя называют? А вы как знаете? Только то, что глазами видите, руками щупаете? Естественно. Да неправда. Скажите, Суворов был такой, полководец? Суворов был? Кого? Суворов, Александр Васильевич, генералиссимус, был такой? Да. А как вы узнали? Где вы его видели? У него ни книг нету, ничего. Как вы узнали? По истории. А эта история 3600 лет назад, и ни одной буквы не потерялась. При том, что сказано вперед. За тысячи лет. За тысячи лет сказано, что будет. Женщина, вы помолчите. Жена да не учит мужа, а молчит его при нем. Вы не знаете. Жене не позволено говорить. Перед вами говорят старший возраст, а вы доказываете. Написано, жена да не учит, но будет безмолвие. Это сестра. Это не имеет значения, она женщина, на этом все. Вы слушайте внимательно, ума набирайтесь. Мне 81 год, а вам 20 нет, и вы начинаете у мужиков под ногами путаться. Вы еще ничего не знаете, не испытали. Если вы неверующий, вы разведенка будете. 86% разводов. Ее измерил и пролил, как дождь в ведение. И разумное знание, и возвысил славу обладающих ею. Корень премудрости – бояться Господа, а ветви ее – долгоденствие. Мир вам! Страх Господень отгоняет грехи. Не имеющий же страха не может оправдаться.
Не может быть оправдан несправедливый гнев, ибо самое движение гнева есть падение для человека. Несправедливый гнев. То есть, соответственно, есть справедливый гнев. Не об этом речь, а именно о несправедливом гневе. Терпеливый до времени удержится, и после вознаграждается весельем. До времени он скроет слова свои, и уста верных расскажут о благоразумии его. Можно дальше прочитать? Прочтите. В сокровищницах премудрости притчи разума. Грешнику же страх Господень ненавистен. Если желаешь премудрости, соблюдай заповеди, и Господь подаст ее тебе, ибо премудрость и знание есть страх пред Господом, и благоугождение ему вера и кротость. Вот что вы понимаете под словом «страх Господень»? Ну, как здесь написано, премудрость. Аминь. Аминь. Ну, так и есть. Вот. Вот чуть... Скажите, я вам скажу. Вы сейчас читали про этот... Про гнев. А, когда он несправедливый, да? И справедливый. Хороший вопрос. Ну, отцы, то есть церковь, да, в лице святых отцов, ну, угодников Божьих, людей, которые действительно были движимы Духом Святым, они так учат, что гневаться нужно на грех. Ну, то есть на грех. В себе, во-первых. То есть кто самый первый враг номер один для человека? Это он сам. То есть это его глупости, это его какие-то вредные привычки, пороки, ну и так далее. Вот, то есть вот это есть грех, как бы, неправда, глупости и так далее. А вообще само слово грех — это промах, ну, то есть этимология слова грех. То есть ты целился, куда-то хотел в 10 баллов попасть, а попал в молоко. Грех, то есть промахнулся. Так вот. И также, когда ты гневаешься, например, ну, ближний твой, рядом с тобой человек, там, судьба так распорядилась, по жизни где-то что-то, да, и он, ты видишь, что он реально, ну, какую-то, залез куда-то не туда. Ну, ты прям осознаешь реально, что он глупость какую-то хочет сотворить там или еще что-то. Ну, разные обстоятельства. И ты как бы его обличил, как бы предупредил его, вразумил, что, брат, так не делай, потому что будет так-то, так-то, так-то. Ну, и где-то даже, ну, как сказать, так вот, от сердца сказал ему, да, обличил. Или сына, например, я не знаю, сын там, что попало там, не знаю, сотворил, и ты его справедливо, с гневом там ему сказал, ну, еще поддал ему, да. Например, это один вопрос. Но опять же, ради его блага, ты его любишь, ты не хочешь, чтобы он глупости эти дальше сотворил, потому что возмездие будет. Вообще возмездие, за любой грех возмездие будет. Вот ты ему так сказал, да, вот. А другое дело, когда, ну, понятно, я думаю, как бы такой пример, да, а другое дело, как, а несправедливый гнев, ну, он сплошь и рядом творится, то есть это когда мое самолюбие, мою гордыньку, мое тщеславие там, или еще какое-то ущемили, да, вот, где-то, например, к примеру, занимаюсь, например, в каким-то видом спорта, ну, к примеру, да, и я вижу, что мой друг, с которым мы пришли на секцию, он меня превзошел на 2 головы уже выше, и у меня зависть возникает внутри к нему. Ну, к примеру, да, вот, и где-то эта зависть где-то переходит в гнев, я там, например, в спарринге с ним, я хочу ему так врезать, да, то, что он красавчик, а я не такой красавчик, как он. Вот это уже несправедливый гнев, то есть, ну, он уже неправильный. Ты наоборот порадуйся за брата, что, ну, например, что, ну, вот так у него. Он трудился, видимо, по труду его и дано было ему. Как бы, а ты, например, где-то травма у тебя была или там другими вещами занимался, ну и так далее. Рассуждения можно включать. Я к тому, что, ну вот, это вот такие, как бы, может, такие, как бы, суетные примеры, не очень такие, но я вот так это вижу. А вы? Мне кажется, видите, как бы вот этот
гнев, наверное, у каждого человека своя норма вот этого греха. Ну, именно не греха, а вот именно норма гнева. Вот, насколько человек воспитан, да, насколько его воспитали родители. Для кого-то, знаете, там, штаны нагадить и ходить по городу, это нормально, да. А для кого-то, и там, знаете, не с поглаженными шнурками выйти, это плохо, да. То есть у каждого своя какая-то норма, и каждый воспринимает по-своему правду или неправду, или с ними совершили что-то, как сказать, из добрых побуждений или не из добрых побуждений к ним как-то относятся. У всех оно по-разному, и каждый человек, он по-своему это решает. Поэтому, ну, это такая тонкая грань, ее надо тоже понимать и общее что-то выводить. Вот вы, в принципе, правильно сказали про то, что касается вот 10 заповедей, да, то, что касается греха. Наверное, все-таки вот это вот как раз-таки и есть, можно различать гнев. Ну да, да, когда ты, да, да, когда ты вот переживаешь, ну как, ты же не можешь не переживать за того же сына, опять вернемся к нему, твой, он, это твоя кровь и плоть, да, и ты его ответственен за него, ты его кормишь, поешь, время на него тратишь, ну и так далее, то есть любишь его. И вот там, и он, например, своровал что-то там, ну, взял, залез в карман к своему там приятелю, или не приятелю, неважно, ты узнал, что он, короче, вор. Он просто поступил неправильно и своровал. Ну, ты же как-то... Ну, нормальный человек, он воспламенится гневом внутри себя, как минимум. То есть он как бы именно против этого греха. Что как, да. Как так вообще? Как так? До чего дошло картина-то? Ну, дело вот по жизни. Ну и потом, соответственно, ты начинаешь как бы уже исходя из своего опыта жизненного. И тогда, если ты, например, видите... Вы правильно говорите, у каждого человека своя мерка, но когда мы открываем Библию, Слово Божие, и вот уже эта мерка Творца, то есть Отец Небесный, который сотворил мир, нас сотворил, он мерку как бы нам, ну, вот эталон, да, жизненный, он нам ставит и говорит, вот путь жизни, исполнение моих заповедей, вот путь смерти, противление моим заповедям, что ты изберешь? Какую таблетку, да, ну как там в матрице? Что, ну, ты, да, что да. Ты изберешь? Я не знаю. Вот путь жизни, вот путь смерти. Вот, пожалуйста, тысячи примеров, когда люди идут по пути жизни, и они уже в этой жизни, как бы в земной жизни, они на коне, они красавчики. Ну, так вот, мирским языком можно сказать. Вот. И, например, путь смерти, смотри, чем это все заканчивается. Ну, прелюбодейство, я не знаю. Воровство, там, убийство и так далее. Чем это все заканчивается? Мы тоже это знаем, и история нас учит. Вот, да. Вот, так что... И вот и Библия как раз открывает вот это все, путь жизни и путь смерти. И нам... А мы-то сотворены, самое в человеке, вот одна из высших его талантов, это свобода выбора, свободная воля. Вот. И Господь на нее не посягает, Он просто нам говорит, вот так-то, так-то, и в слове говорит, если мы открываем. Если мы не открываем, то по жизни говорит, в жизненных обстоятельствах. Вот, и мы либо, ну, то есть, и мы уже выбираем. Вот, как-то так. Я вас приглашаю. Ага. Вот, допустим, смотрите, вот, ну, банальный пример, да, там, человек уходит в армию, да, его там в какую-то, не знаю, там, в какую-то контртеррористическую операцию его привлекают, и вот он верующий, да, человек, он знает, что убивать нельзя, да, а государство его к этому подталкивает, то есть дает какие-то приказы, да, то есть иди вот уничтожь врага, вот он твой враг, да, вот человек православный, он должен это делать? Или все-таки не должен? Вопрос... Есть какое-то оправдание убийства вот в плане вот такого убийства? Вопрос к вам сначала. Как вы сами думаете, а потом я отвечу, как я думаю и как думает об этом Господь. Вот вы знаете, мне иногда кажется, вот мы как-то... Вот православная вера у нас... У нас вообще многоконфессиональная страна, да? Ну, да. Много религий и очень много народов, много языков и так далее. И вот какие-то народы у нас, допустим, в ту же армию не призывают по религиозным соображениям. Вот.
почему у них можно так сделать, да, но они малые народы, да, их там надо сохранять, я не спорю, да. Угу. А у нас почему-то вот обычного человека, вот православного христиана, ну, неважно какого, может, пусть он будет католиком, пусть, угу, не знаю, заповеди одни, угу, а у нас почему-то навязывают вот это вот, что это правильно, что ты идешь защищать свой дом, свой кров, свою родину там и так далее. Угу. Ну, для меня это какая-то такая загадка. Я не знаю даже, как это объяснить. Правильно это или неправильно. Вот, честное слово, не знаю. Ну, я услышал. То есть я с вами единодушен в этом вопросе. И по совести, и по Писанию, по Слову Божьему. Око за око, зуб за зуб, да, это было в Ветхом Завете. А Иисус Христос пришел, Бог Слово воплотился, вот, и сказал, что «а я говорю вам», то есть он это все перекрыл, «а я говорю вам, что не протився злому», то есть, ну, если сейчас вот говорить, да, об этом, «на себе останови вот это зло», когда, если твой, ну, то есть, «на себе останови его», «предоставь Господу, а мне отомщение я воздам», есть еще слова такие. Он обязательно, Господь, воздаст. То есть убийство, оно не может быть оправдано. Не убей, это заповедь, она вечная. Вот. Тем более, ну, то есть, и вы правильно сказали, что христианин, истинный христианин, неважно кто он, православный, католик, он... Ну вот помните фильм-то вот этот, по Мел Гибсон, не смотрели? По соображениям совести. Нет, не там, вот обязательно посмотрите, по соображениям совести, Мел Гибсон. Там как раз про парня, который по, ну, руководствуясь Словом Божьим, он пришел в армию, ему говорят, вот тебе винтовка, вот, и, короче, у нас скоро операция, с кем они, с японцами там, или с кем они, не помню, или, ну, короче, с азиатами воевали, Вьетнам ли, не помню. И он такой, нет, мне Господь говорит, что, ну, я буду... Как бы я буду, да, помогать там, давайте я медбратом буду. Они такие, слушай, ты что тут за веру прячешься? Типа, ну, стали его гнобить. Ну, я чуть-чуть по фильму расскажу, очень хороший фильм. Они его гнобили там, издевались над ним, как-то все, и все, он это все выдержал. Отец там тоже его не понимал, и там отец тоже офицером был, если я не ошибаюсь. Все, но когда пришла жара, когда начались военные действия, он такой подвиг совершил там, он такую мощь, силу духа показал. То есть все потом его просто, ну, поклонились ему в ноги. Он никого не убил, но он там спас очень много солдат. С поля боя вынес. Он прям пошел по пулям, все, но он эту заповедь «не убей» не нарушил. И это правильно. И это, объясню, почему делает православная церковь так. Это просто, когда она сращивается с государственной властью, церковная администрация, епископы, священники, они, соответственно, начинают угождать им, ну, миру этому, угождать в лице светской власти, понимаете. Они говорят так вот, надо, а кто будет защищать идти родину, типа, они такие, ну, хорошо, вот, то есть они уже вопреки Слову Божьему начинают народ вот так, ну, как сказать, измышлениями своими, то есть это измышления человеческие, это не Слово Божие. Не по Слову Божию начинают прикрывать как бы Словом Божьим хитро, они начинают вот призывать, иди, бери оружие, иди, все. На самом деле нет. Мы знаем, Господь как защищает. Ну, вот. Ну, даже вспомним, вот, Владимирская икона Божьей Матери. Это, я в деталях не помню, но я так в общих моментах помню. Когда Русь, когда вот этот монгол или кто там шел, какие-то очень серьезные, мощные полководец вел монголов, татар и так далее, конницы, все, в средние века. Ну, на русский... Нет, не то. Ну, это вот. Он шел уже, все, он там всех подмял, всех смел. И уже наши поняли, русские, славяне поняли, что бесполезно сопротивляться. Они просто стали, ну, пост объявили, стали молиться. Вот. И этому полководцу, Тамерлан ли он, я не помню кто, или Тамерлан, или Баты, ну какой-то вот, ему во сне явилась Матерь Божия, сказала, не трогай,
их, вот, ну, этот народ там, куда ты сейчас направляешься, не трогай их, иначе тебе плохо будет. Ну, как-то пригрозила она ему. Все, он просыпается, у него в поту, все, холодный пот. И он отменил это все. Вот это шествие туда, да, на Русь, на славян, он отменил. Господь позаботился по молитве, по покаянию. Понимаете? Вот. А не то, что... Почему тогда раньше полки, войска русские под знаменами и обликами Иисуса Христа шли? Да. Друг друга убивали. Да. Почему Александр Невский к лику святых причислен? Хороший вопрос. Это вопрос... Так, Господь так сказал, не судите раньше времени, пока судья праведный не придет и не откроются помышления человеческие. То есть то, что сейчас вот эти канонизации все, это люди прославили. А у Бога прославлен человек или нет, мы это узнаем на страшном суде. Понимаете? То есть это политика. Это церковная и светская политика перемешанная, к сожалению. Вот, и мы должны, если ты искренне веруешь, если для тебя слово... Ну, Слово Божие, ну, то есть это для тебя действительно, да? То есть Господь так сказал, я не сужу вас, Иисус Христос. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. То есть мы, христиане, если мы крещены и веруем, приняли Христа как Спасителя нашего личного, да, от грехов, мы будем судимы по Слову Божьему. Вот, мы должны... А, вот и все. То есть это не то, что епископ мне говорит. Он, к сожалению, может порой человеческое учение говорить, вопреки Слову Божьему. То есть мы, извините, Господь. А потом, а если ты противоречишь, как там сказано, если апостол так сказал, если даже ангел с неба придет и будет вам благовествовать, в кавычках, не то, что мы вам благовествовали, да будет анафема, то есть проклятие. Вот и все. Вот отношение к тому, если вопреки. Ну, да, хорошо. Есть каноны церковные, и там сказано так, что если ты, то есть воин совершил убийство на поле боя, а епитимия накладывается, то есть на несколько лет его отлучают от причастия. Ну, это грех. То есть, а почему отлучают? Потому что человек, а это смертный грех причем еще. То есть есть смертные грехи, убийство – это один из смертных грехов, то есть очень тяжелый, серьезный грех на самом деле. И сразу, если ты к чаше святой подходишь, будучи в этом смертном грехе, вот ты недавно его, или прелюбодейство, например, да, блуд, прелюбодейство, то ты в осуждение к себе причащаться будешь. Ну, то есть ты не в жизнь вечную, а в осуждение. Господь тебя поразит в этом состоянии, в состоянии греха. Ты к чаше подходишь, Господь поражает таких людей. Многие из вас болеют, некоторые умирают, Господь сказал. Ну, апостол Духом Святым сказал. Так что и для этого епитимия дается, отлучение от причастия. Дорогой, воздержись, исправь жизнь свою, очистись от греха, исправься. И потом уже спустя годы мы тебя, видя твое произволение истинное, да, к Богу, стремление, мы тебя будем допускать до причастия, но спустя некоторое время, годы, там, 3 года, 5 лет, 7 лет, сейчас, к сожалению, в церкви это не соблюдается. Люди подходят к чаше в смертных грехах, и многие болеют, и многие умирают. Как к этому относиться? Ну, это страшно, на самом деле. То есть причастие, плоть и кровь Христова служит для таких людей в осуждении в смерть. Понимаете? И это, а почему? Потому что священник не предупредил, и священник допустил. То есть, прежде всего, кровь их на священниках и на епископах. Понимаете? Ну, я понял, да. Да. То есть, я с вами совершенно единодушен в этом вопросе. Нельзя убивать. По какой причине ты пойдешь его будешь убивать? По какой? Вот сейчас, например, Украина, да? Про Курковскую битву, вот если вспоминать, там по историческим фактам якобы первый бой был между, видимо, там самыми сильными с одной и с другой стороны, с монголо-татарской и с нашей. Да. С нашей стороны вышел монах Преображенского монастыря. Да. Как же, Пересвет его, по-моему. Пересвет, да. И они там оба замертво упали. Да. Вот тоже, да, его же для войска выделили Донскому вот этого именно монаха. Ну, смотрите, кто выделил его, тот и будет отвечать перед Богом, это раз. Радонежский. Он будет отвечать перед Богом.
как Сергий Радонежский, да, святой земли русский, там, неважно, у Господа свой суд, понимаете, понимаете, им-то надо на чем-то базироваться, смотрите, вот, базироваться тем, кто тебя вербует, да, ну, чтобы ты встал под ружье. То есть нет больше той любви, кто душу свою положит за ближних своих. Так положит он душу или вытряхнет из другого душу. Понимаете? Че, где это сходство? Нету этого сходства. И в житиях святых, многие святые, когда военноначальники, когда истинно во Христа уверовали, они слагали оружие. Все, они больше переставали убивать. Ну, потому что совесть, у них очистилась, все. Дух Святой просветил ум человека, он понял, что нет, все, отставить. То есть я, ну вот так, то есть как бы, вот это истинное учение Христово, а это навязанное человеками из церковной администрации. Я более скажу того, Христос как сказал, вот брак, церковный брак, да, какая причина для развода? Есть причина для развода? Понятия, есть причина для развода, это прелюбодейство. А, ну да. Да. Это грех. Да. А сейчас Русская Православная Церковь в лице епископата накрутила еще больше 10 причин для развода. Одна из них, ты приходишь в ЗАГС, ну, как правило, это женщины делают, приходишь в ЗАГС, берешь, ну, то есть в суд подаешь, тебя разводят, и вот с бумагой из ЗАГСа приходишь к епископу, показываешь, вот-вот. И тебе выдают резолюцию, бумагу, что церковный брак потерял каноническую силу, ты свободен, иди, венчайся второй раз. Что, как к этому относиться? Понимаете? Очень интересно. Ну, это уже и есть вот эти... За что Христос обличал ветхозаветное священство в лице епископов? Именно за это. Вы, говорит, заповеди мои, заповеди Божии заменили вашими преданиями человеческими. Вот мы это сейчас видим. Оно расцвело во весь рост. Вот, знаете, у меня в жизни такая ситуация была. В общем, с нынешней моей супругой, в которой я живу, мы еще не были женаты, получается, и она решила покреститься. А мы жили гражданским браком. Жили вместе. И вот она пришла, там же типа как собеседование с батюшкой надо было что-то такое пройти, ну, перед всем этим действом. На несколько месяцев там она пришла, и вот у нее батюшка-то спрашивает, вы живешь с ним? Она говорит, живу. Ну, тогда я тебя не покрещу. И вот нам пришлось разъехаться. По разным квартирам нельзя жить. Вот он сказал, что типа в гражданском браке это грех. Вот ты живешь с ним, не это, тебя крестить не будем. Я, блин, такой думаю, ладно, все, уехал к тетке. У тетки жил. Через полгода, наверное, она пошла, вот покрестили ее. А вопрос такой, ее крестили полным погружением, крестили ее? Я на работе был, если честно, я не знаю, она сама уже потом пошла. Все, мы сначала-то вместе вообще пришли туда. Я как бы, я крещеный. Все, меня там еще с младенчества покрестили, а она-то вот до 22 лет она не крещеная была. Я не знаю, погружения, ну, скорее всего, нет. Она большая, Иисус Христос заповедал, что идите, научите все народы, погружая их, то есть креща их, это... Баптизу – это погружение, полное погружение, погружая их во имя Отца и Сына и Святого Духа. То, что сейчас делает, то, что сейчас допустили великое нерадение священники, это никуда тоже не годится. То есть они не крестят, они мочат головы, там, обливают от Это не крещение, это имитация крещения. Понимаете, насколько человек думает, что он крещен, а он не крещен. Поп просто по нерождению своему, он его не покрестил. Понимаете, что происходит? Какое, ну, вот так. Свое крещение я не знаю, мне, наверное, месяца 5 было, 6. Есть такое, ну, то есть человек, когда сомневается, крестили его или нет, есть такой... А, отошел он, ну ладно. Хорошо.
Я думаю, надо заканчивать. Во свете Библии, я вот ему не сказал сайт. Спаси Христос. Я думаю, надо заканчивать уже 4 часа. Слава Христу. То есть надо заранее уже тут вот забивать слово во свете Библии, и чтобы оно было уже заряжено, или где-то в документике. И потом быстренько, когда разговор завязывается с кем-либо, вот эти ссылочки давать, и потом человек, чтобы они у него остались, и он потом может перейти на канал наш во свете Библии, и там себе много полезного найти. Как бы вот я сразу работу над ошибками такую делаю. Это неправда, потому что Бог над своим словом следит за ним. Вы знали об этом? Или вы считаете, что Библия это измененная? Измененная. То есть до того, как был Коран, ее уже изменили, так? После Корана его изменили. А есть у нас Библия, которая еще до Корана найдена. Что с ней будете делать, которая неизмененная, именно в таком же виде? Я ничего не буду делать, я просто уважаю ее и все. Уважать правильно, это да. Но почему вы-то не уважаете те слова, которые в ней сказаны? В ней написано, в Библии написано, что все, кто будет говорить не то, что мы говорим, апостол Павел говорит. Кто сказал, что мы не уважаем те слова, которые в Библии написаны? Я процитирую сейчас слова тогда. Ибо нет другого имени под небом Иисуса Христа, данного человеком, которым бы надлежало бы нам спастись. То есть нет другого имени, через которое можно спастись. Нету там этого имени. То есть это написано в Библии. Или написано, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. То есть если вы не веруете в Сына Божий, на вас гнев Божий пребывает. Это написано в Библии, это не мои слова. Я сразу говорю, я к вам также уважительно отношусь, независимо. Слушай, братан, я то, что знаю, вот это говорю. А то, что ты говоришь, Иисус Христос, что Он Сын Бога, это неправильно. Я Его знаю как пророк. У нас так написано в Коране. Я уважаю Его как пророк очень сильно. Не Сын Бога. У Бога Сына нету. Бог един. Он сам себя назвал Сыном Божьим, не только же. Это же мы, тоже я тоже не свое говорю. Я говорю, как написано. Написано сам, так. Сам себе никогда не позовет никто. Он себя многократно называл так. Он себя не так не звал. Ты был на это время, которое он так сказал? Я могу процитировать. Он говорит, я и отец одно. Евангелие от Иоанна 10:30. Я и отец одно. То есть одно это. Он... Вот такой вопрос. Вы же знаете, что прощает грехи только Бог. Никто прощать грехи, кроме Бога, не может. А Господь, а Иисус Христос неоднократно говорил, прощаются тебе грехи твои. То есть Он прощал людям грехи. Как Он мог это делать, если Он это, как человек, Он не мог это делать? Он потом... Подождите секундочку, пожалуйста. Да, он... А где он? Кивалера хотя? Кус. Слушаю тебя, братан. Вот я говорю, что Бог может только прощать грехи, я с этим согласен. Никто, кроме Бога, не может. Но написано в Евангелии, написано, что Иисус говорит, прощаются тебе грехи твои. И Он неоднократно прощал людям грехи. Из-за этого иудеи и распяли. Там написано, что его распяли за то, что... Ну, то есть его гнали за то, что он себя делал равным Богу. То есть иудеи понимали, что он себя называет Богом. Понимали это. Он прощает грехи. Он сказал, что он будет судить мир. Он это сказал. Это все написано, я могу цитировать. Я, говорит, буду судить мир. Потом он говорит, что я посылал ангелов. Он посылал ангелов, то есть Господь. Потом он говорит, прежде нежели Авраама, я есть. То есть прежде всех пророков, я, говорит, уже есть. То есть
Он себя ставил на место Бога постоянно просто. И мы, как христиане, мы ничего не добавили к этому, к написанному, ничего не добавили. Мы просто это приняли и поверили, что, есть, что он Бог и человек. Воплотился, то есть Господь воплотился в человека. Вот. Я это в этом, братан. Написано, написано. Я в этом, то, в этом ничего не говорю, то, что написано. Я не хочу оскорблять никого. Я то, что знаю, этого я принял и за свою добьюсь. Да. Нет, то, все, не, то, что не вопрос, это не вопрос, да. То, что у меня на Коране написано, и то, что я его знаю, я Библия, если честно, не прочитал. А Корану, да, Алхамдулилля, я прочитал. А то, что вы говорите, я про это ничего не говорю и не знаю. Я просто говорю то, что знаю. Я говорю что? О том, что Иисус, это для нас как пророк. Исо алейхиссалам. Я это знаю, знаю. У нас все по-арабски, не по-русски. И я его уважаю, я про него ничего не имею сказать, потому что он пророк. Я от души его уважаю, и про него кто-то что-то говорит, я могу вот что-нибудь коснуться, конечно. Потому что он наш пророк. Короче, то, что я знаю, братан, я не говорю, что христиане такие, христиане какие. Вот. Веришь? Вот, пожалуйста. У нас не это сами, те люди думают, которые, бля, мусульмане, вот заставляют некоторые людям, чтобы, блядь, приняли ислам туда-сюда, это неправильно. А ислам это вот самый чистый религия, то, что, блин, говорит, что вот не надо людей обманывать, убивать, не надо, блядь, украсть, не надо, блядь, это то. У вас тоже сами написано, наверное. Это все понятно. Религия чистые. Это, ну, просто люди плохие, братан. Ну, я ничего не говорю, я не буду спорить об этом, то, что про религию вы говорите, внячили. Все, все, не спорим. Мы не будем спорить. Вы человек, я вижу, хороший, ни мата ничего не говорите. Мы в хороших отношениях. Я сам с Казани, у меня все мусульмане, у меня друг мусульманин, все в хороших отношениях со мной. Мы с ним по вере не сходимся, но отношения хорошие. Мне нравится то, что у вас покрытые женщины. У нас тоже так. Если вы христиана видите, христианик, и у них головы не покрыты. У вас раньше было так, а его у нас, взяли. А у нас это марта. И есть. У нас это, если вы зайдете, то есть они нарушают. Те, кто не покрывают голову у нас, они нарушают. У нас это написано, ну, написано вот, в Библии. Вот именно. Поэтому вы, когда видите христиан, вы скажите, у вас написано, что надо, женщина должна покрываться, у вас. Потому что у нас они уже не покрываются, не этот. Но у нас, смотрите, есть у нас канал в Ютубе, «Во свете Библии» называется. И есть единственная в России православная община и деревня. И там все мы, ну, христиане, все они с покрытыми головами. Все мужчины с бородами. И все это по Библии, как написано в Библии. Вы зайдите, вы увидите себя там. Мы ролик разместим туда тоже. Хороший ролик получился. Все, братан, посмотрим. «Во свете Библии» запишите. «Во свете Библии». Окей, «Во свете Библии». Этот... Канал там 42 миллиона просмотров. То есть это большой канал. 17 тысяч видео, роликов. Вы увидите, как живут не те, вот, которые вы видите, вот эти христиане, а настоящие христиане. Увидите, как живут. Ради вам даже просто интересно будет, как бы, для расширения кругозора. Для кругозора. Братан, можно еще вопросы? Да, давай, конечно. Можно с винильной. Мы не едим свинину. Я то, что слышал, когда было... Слушай, пожалуйста. Вот. То, что я слышал, ну, нормально. Вот раньше книга, которую не изменяли. Я то, что слышал, это изменяли. А раньше написано, что свинина нельзя было. А почему вот сейчас едят свинину? Все, вот. даю ответ. Смотрите, в Библии. Библия состоит из Ветхого и Нового Завета. Есть Ветхий Завет с Богом, есть Новый. Вот в Ветхом Завете... Евреям и всем была свинина запрещена в Ветхом Завете. Мы свинину, я еще не ем ее вообще, не ем. Мне это не надо просто. Потому что у меня живут братья, ну, эти мусульмане, и для них это, они считают, что это грех. И я поэтому не ем, поскольку я уважаю их. Дальше. В Новом Завете уже говорится, что всякая пища хороша, если принимается с молитвой, и Словом Божьим. То есть Господь отменил вот эти все,
все, что было в Ветхом Завете, он отменил, и в Новом Завете уже можно есть свинину. Но она вредная, ее незачем есть абсолютно, это я согласен. Мы не едим ее, и ничего плохого в том, что вы ее не едите, вообще нету. Но в христианстве, извините, христианам ее есть можно ее есть, можно. Не грех это. Извините, что я вас перебью. Вот, вы только мне скажите, что в Библии написано, что можно есть или нет. Смотрите, в Ветхом Завете написано, что нельзя, а в Новом Завете отмена это написано. Отмени, то есть теперь можно. Вот так. Вот видишь, дело в чем? Дело в том, что вот его изменили. Новый Завет, который, блядь, его изменили. Не. Вот, извините за то, что, блядь, я говорил. Ну, вот, матом не говорите, говорю, зачем? Я думал, это у вас просто в языке вашем что-то такое. Не надо матом говорить. Матерши, не это надо, правильно, вот эти поганые русские слова, их надо выбросить. Да, бросаю я, братан, конечно, правильно. Ну, вот, вы смотрите, его поменяли, новым Завете говорить, вот, новый, кто вот этого поменял, кто? Так это сам кто? Бог-то поменял, сам, ну, давно, Бог поменял. Давно, сам Бог не поменяет. Нет. Сам вот. Бог нам отправил, нам то, что отправил, вот Коран после Библии, и все, больше ничего. А вы говорите, вот Новый Завет, а кто... Но это смотрите, вот это вопрос. Я объясняю, это все, если вы считаете, что это неприемлемо, этого я даже спорить с этим не буду, потому что Господь это сказал... Я тоже не хочу спорить с этим не буду, потому что постановление о свинине до этого было... Мы понимаем в Ветхом Завете, почему это было. Когда еврейский народ был в Египте, в плену в Египте, там они ели свинину. И чтобы Бог отвратить вот это от всего египетского и языческого, запретил им ее есть. А потом Господь уже, когда распространил христианство по всему миру, то есть когда уже не было различия между евреем и язычником, то есть нет уже различия, тогда уже разрешил. Все логично, но я не буду с этим спорить, потому что это... Я не ем ее, мне не принципиально, вы едите ее, не едите эту свинину. Но в христианстве разрешено, и это написано в Библии, то есть, что Господь сказал, что всякое... В новом Завете, о котором вы говорите, всякое, в новом написано, да, правильно? Всякое... Еще не... А в старому, на старому не написано, что можно, а написано, что нельзя есть. А вы сами знаете, наверное, для есть нельзя... Для чего? Для того, чтобы она вредна, наверное. И, наверное, это точно, что она вредна. Потому что написано она вредна, в Коране. Вредна, да. Это, вот у нас все знают, что она вредна. Бог никогда не хочет, чтобы людям плохим делать. Бог то, что делает, что для нас. Вот, блин, там, я понимаете, души. У вас много чего в мусульманстве взято из закона, то есть Ветхого Завета. Там было разделение чистое животное, нечистое. Чистое, вот было, есть там жвачка у нее, ну то есть чистое и нечистое. И вот свинина к нечистым животным относится, там собака к ним относится и прочее. Вот, у вас это оттуда взято. Но в когда пришел Христос, он это отменил. Он сказал, что это указывало на нечистоту. То есть говорит, это он, Господь приучал людей, понимал, что допустим, как свинья лежит в грязи, так человек должен, человек не должен ее есть. Также человек не должен в грехах своих быть, валяться. То есть это указывало на грехи. Каждое животное нечисто указывает на какой-то грех. То есть это преобразовывало просто, показывало. И человек, когда ты это понял, ты от этого уже отходишь. Но не, можешь не есть, какая разница. Я согласен. Это просто указывает, что ты не должен в грехах валяться, как свинья. Возвращаться на свой кал, как собака. Там, как на свою блевотину. Как псы. Псы выблюют свою блевотину и потом обратно ее съедают. И пес, нечистое животное, тоже в Ветхом Завете было. Но это... Еще какие-то, может, вопросы есть. Это у нас нет в этом разногласий, на самом деле. Уважаемый, я ничего не говорю, я больше не буду спорить, не буду рассказывать про ничего, то, что религия. Потому что я не в общем прочитал, и не в общем я знаю свою Коран. Я не... У вас есть Библия? У нас по-арабски написано, я прочитал полностью, но нету понимания, что написано. Я понимаю то, что вот с переводом было, я посчитал,
И то, что знаю, я этого вам говорил. А остальные я не знаю, братан. Если честно. Друг, если ты будешь читать Коран и по нему жить, то тебе нас надо будет тогда убивать. Потому что, ну а как? Вот я, кого? Нас. Кого убиваем? Язычников. Нет, нас. Так не написано. Один раз ты сам прочитай, я принимающий. А те, кто нормально прочитали и нормально вздумали об этом, и они приняли ислам. Евреи, которые, блин, они не верят даже. Они приняли ислам. Я смотрел, я сам, блин, в шоке был, братан. Вот я то, что говорю, это правильно. Ну, ты меня пойми правильно, пожалуйста. Да я понимаю, у меня нет с этим как бы проблем с пониманием. Но ладно, ну тогда Бог вам в помощь. Я тогда пойду дальше. От души, братан. Давайте, заходите, пожалуйста, на наши ресурсы. Такое богатство там увидите. И с мусульманами беседы. Хорошие отношения. Во свете Библии называется. Во свете Библии. Я вспомнил. Все, ладно. Все, в Ютубе. Все, с Богом. Пиздичили. Ничего, нормально. Нормально. Ну, слава Богу. У вас, наверное, желание было спросить, где я нахожусь, в каком месте? А, ну вы знаете, ну да, конечно. Ну так правильно вопрос задавайте, откуда? Откуда этот пункт А на пункт Б? Я нахожусь в город Барнаул. Я Сургута. Я отвечаю. Город Барнаул, Алтайский край, Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81 год. Очень приятно. Город Барнаул, привет, пламенный, Сургута. Слава Христу. Я с Новосибирска. Сам я с Новосибирска, ну вот живу сейчас вот на данный момент. Так вы знаете, для чего человек живет на земле? Чтобы жить и потом умереть. Так это и собака, и кошка. Чем-то отличается человек или ничем? Все врут одинаково. Да дома нету, у бабушки там в гробу лежит или еще что-то. Смотри, где я? Вагончики. Ну вот хорошо. Смотри. Вы, конечно, может какие-то вопросы есть? Да, о душе, о вечности. Нет вопросов. Только без ругани, чтобы было. Нет, ругаться никто не будет. А вы батюшку, да, работаете? Не слышно. Вы в церкви служите? Я не в церкви служу, я дома сижу. Брат у меня священник. Мы строим с нуля православную деревню, где нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. А девочки есть? Находимся Алтайский край, город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81 год. Ничего себе. Молодец. Молодец, батя. Ладно, давай, батя. Ну, просто здесь хорошо все обустроено. Ну мы тут зашли людей тут предупредить за то, что они тут чем занимаются. Тут вот вы видели тут рукоблудие и прочее. Что их ждет? Гиены огненные. Вот в этой книге это написано, в Библии. А, ты, я так понял, религиозный человек, да, такой? Сильно верующий? Мы верующие. Веруем в Иисуса Христа. Во второе лицо Троицы. Понял. Что Он пришел ради нас, воплотился. Ну у нас... Получается, дело в чем? Дело в том, что у нас Иисус это пророк и сам. Ты, наверное, знаешь, да? Ну, конечно, знаю. Вот у меня Коран. Да. У меня Коран. Я его читаю. Я знаю, что мусульмане не верят в то, что Иисус Христос есть Бог и человек. То есть они думают, что это только человек. Только, ну, пророк. Но мы верим по нашей книге. А в нашей книге сказано, что Он Бог. Поэтому мы и не можем это принять. Библия. Библия на 600 лет раньше, Новый Завет на 600 лет раньше, чем Коран был написан. Так верили люди. Ну, понятно. И мы веруем в это. А если не веровать в Иисуса Христа, то все грехи, получается, на нас остались. Потому что Он-то взял наши грехи на себя и умер, то есть заплатил за нас. А так все грехи на нас. То есть просто Бог, что Он просто так прощает? Мы в это не верим. Мы знаем, что Бог справедливый. Просто так не может Он простить. Нужен, чтобы кто-то заплатил за грех. И поэтому вот у вас барана режут. Это еще с Ветхого Завета идет. В Ветхом Завете иудейскому народу Бог дал такое постановление, чтобы за грех резался баран. И это указывало на Христа. То есть жертвоприношение
за грех. И Бог, то есть Христос, вошел на крест, принес себя в жертву. Mm-hmm. Это на это указывает. Поэтому мы уже христиане, уже не режем барана. Потому что у нас уже Агнец Святой, то есть Господь, вошел на крест и сам был жертвой. И за наш грех заплатил. И за все грехи всего мира, если человек уверует. Угу. Я вам рассказываю, как верят христиане. Ну, я понял. Этот самый... Как он мог к вам обращаться? Вячеслав? Вячеслав, очень приятно, Вячеслав. А вас как? Вас как? Меня здесь зовут. Еще раз. Руслан зовут. Руслан. Смотри, дело в чем? Ты свинину ешь вообще? Можно ты, да? Свинину можно, но мы не едим. Потому что я живу в Казани, у нас все, у меня друзья и все мусульмане, и я знаю, что у мусульман это грех, и я зачем буду их искушать, я не буду есть из-за них. Я не ем, у меня в дом даже ее не приносят, свинину. Христианину уже нельзя есть свинину. Христианину можно есть свинину, Господь разрешил. Не разрешил. Как ты же вот, ты верующий по Библии, правильно же, полагаю, да? Да. Смотри, в Библии указано, что и в 8 пункте, сейчас скажу, какой странице, врать не буду, вроде 206-я, глава 14, переход на 15-ю. А глава-то какая? Глава какая? Название главы? Второзаконие. Второзаконие. Ну. Так, второзаконие. Какая глава следующая? Глава 14-15, 8 пункт. Стрим. Да, все правильно. Да, это во второзаконии, все правильно, да, там запрещено. Это Ветхий Завет, все верно. Ну вот он там запрещен. Только сих не ешьте, и живущих жвачку, имеющих раздвоенные копыты с глубоким разрезом. Верблюда, зайца, тушканчика. Потому что они жрут жвачку, но копыта у них не раздвоены. Нечисты они для вас. Да, и свиньи, потому что копыта у нее раздвоены. Ну, не жуют жвачки. То есть вы зайца не едите, да, тоже? Я ни разу не ел. Верблюда. А я знаю, что мусульмане едят и зайца, и верблюда, если надо. Ну, и свинину могут поесть, я знаю. Нет, я имею в виду, это не считают за грех. Свинину, то они, если едят, то знают, что согрешают. Ну да, нет, не знаю, имеется в виду. Ну, лошадь вроде можно есть, потому что казачьи-то их национальная. Ну, лошадь... Вот. Ну вот, смотрите, вот там написано конкретно, не ешьте и жующих жвачку, и имеющих раздвоенные копыты. То есть все животные, кто жуют жвачку, и имеет раздвоенные копыта, их запрещено есть. Не, то есть, вот, этот, гласит этот... А в Новом Завете уже Господь говорит. Сейчас я уже скажу. То есть не Господь, уже... То есть это отменено. То есть много чего из второзакония было отменено. К примеру, но вы, я знаю, мусульмане оттуда взяли, и обрезание, и прочее. Это все было оттуда. Оно указывало на крещение. Обрезание указывает на крещение. Написано, вы обрезаны... Крещение, то есть обрезание сердца, оно указывало не на плоть, а на сердце. То есть это когда человек, Христос пришел уже, Господь, указал уже смысл этого. А это был как бы образ будущих благ. Но как бы вы приняли вот этот, и это следуете этому. А у нас уже Господь очистил, говорит, всякое... Сейчас я цитирую, прочитаю. Всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, написано. Все. Потому что освящается Словом Божьим и молитвой. То есть мы, христиане, это уже не грех считаем, что ты ешь свинину, потому что уже написано всякое творение хорошо. То есть уже не, чистое, не нечистое, деления такого у христиан нету более. То есть это написано в Новом Завете. Мы же не все из Ветхого Завета принимаем, потому что это было для евреев многое сказано в силу того, для чего их Господь готовил. То есть мы уже ни барана не режем, поскольку Господь олицетворял Агнца, вот которого резали. То есть он пошел на крест. Мы уже... Другое священство имеется от Христа, который идет. Уже там праздновалась суббота, а суббота указывала на воскресенье, то есть Господь воскрес, воскресенье. То есть то, что заменено.
А то, что написано в Ветхом Завете, запрещено свинину, бесспорно, однозначно, 100%. Но мы не едим, мы даже спорить не будем по этому поводу, поскольку явно, если ты его не ешь, то тебе только лучше для здоровья. Ну, я понял. Еще, может, какие-то вопросы у вас есть? У нас есть, заходите, вы себя, кстати, хороший у вас, ну, вы не материтесь, это редко здесь. Увидите себя, заходите на наш канал в Ютубе, во свете Библии. 42 миллиона просмотров у нас. То есть ты меня сейчас записывал? Я и сейчас записываю, я все записываю. Мы все, то есть не только вас, но и всех вообще. Так, давай скинь ссылочки на стрим. Блин. Во свете Библии называется. Во свете Библии, вот тут в Ютубе набери. Во свете Библии. Там такой старичок нарисован с книгами красными. Подписчик у вас? 42 тысячи подписчиков. Блин. Примерно. Ты когда выложишь? Ну, может, в течение дней 10 выложу. Обработать надо, потому что вы-то нормальные попались, а куча всякого мата и прочее, и прочее. Ладно, я же лица не буду сказать, я смысл уже видел. Ладно. Так, говори, как еще раз, что произошло? Во свете Библии. Вост? Во. Во. Дальше, да. Следующее слово, свете, Библии. Да, вот видишь, это твой канал, да, получается? Это не то, что мой, это человека другого, мы все вместе, на вот там несколько человек, мы как бы его обогащаем. Это вот Игнатий Тихонович Лапкин, такой есть проповедник, это вот его канал, он это основной туда дает. Но мы тоже благовествуем, рассказываем о Христе. И там вы увидите, как живут настоящие православные люди, община православная. То есть вам просто будет интересно. Свинину не едят, женщины все покрытые, ходят с покрытой головой, как в хиджабе. И у меня жена так все. Все мужчины с бородами, обязательно. Все по Библии, как в Библии написано. Все так живем, и строят они деревню. Прикольно. Это самое, а что, лучше не бреть, да? Нет, все Господь, мы все, все, что Бог нам дал, различия между мужчиной и женщиной, то мы это не трогаем, все. То есть не равняешь, ничего даже нет, не было. Нет, никогда это нельзя. Заповедь Левит, 19 глава, по-моему, сейчас скажу. Прочитайте, такая заповедь есть. Не порти края бороды твоей, называется. Не порти сколько края ты... даже, представляешь? Край даже нельзя портить. Я по-моему, сколько ты же не бреешься? Левит 19:27 в Ветхом Завете, вы в Библии найдете. Левит написано. Да нет, да это мне, если честно, не особо, я, потому что у меня другая религия. Просто не, а это оттуда? Не... Это оттуда вы берете-то? Это же все оттуда взято-то. Ну, понятное дело, я говорю, сколько ты не бреешься? Ну, я не знаю, может, год. Я как узнал, я сразу перестал... То есть ты уже год, да, уже сильно вот верующий, так скажем. Ну, я узнал по поводу этого постановления, да, где-то так. Я до этого уже был верующий, но... Вы же видели, как христиане ходят бритые? Изначально рожден верующий. Этот, что говори, не слышу. Ну, говорю, мы изначально, когда рожден, уже верующий, по сути, есть родители. Вот, нет, нет, я уверовал так же, уже в возрасте. Меня Господь от грехов многих избавил, я покаялся, и теперь я верующий в Бога. Ну ладно, я пойду, вам Божьей помощи, все, заходите на наш канал, смотрите. Очень там, в мире ничего нет такого, что там есть. Очень много интересного. Вы увидите, с мусульманами беседы. Все дружеские, хорошие. Давайте, с Богом. Да, слава Богу, спокойно. Спокойно. Ну и у меня, слава Богу, спокойно. Передает вам поклон. Меня узнал кто-то там, последний человек. Вы, говорит, с Игнатием Лапкиным. Я, говорит, ролики ваши смотрю, поклон вам передавайте. Здоровья пожелал. Какой-то, ну, по виду мусульманин какой-то, видать. Ну, я ему сказал, на занятия пригласил. Мальчик тоже такой благодарил, там хорошенький был. Ну, в общем, прошло неплохо, я считаю, так. Вот. Слава Богу. Я тут собью, которые были не пошли, я рассказываю, что по один ролик. Но он появится позже уже, через неделю. Я вот тоже, что как бы благовествовал, записывал, но, к сожалению, не могу я это научиться резать-то вот эти вот все, потому что там матеряться тоже бывает вот с какими-то. Ну, так получилось, что все тут
А путю? Тоже у меня интересно. Все, ну, все 100% практически мусульмане. Со всеми хороший разговор получился. Как какая-то девушка попадается или женщина, так сразу мат, матершины и всякие негодности. Интересно. А как мусульмане, так они так хороший разговор. Всех пригласил туда, на ресурсы наши. Кто же сказал, да. Они таланты а мне... верят? А мне парень последний попался, армянин, звать Артур. Я ему даже написал. Игнатий Лапкин во свете Библии. Надеюсь, что зайдет. Вот жаль, я просто не посмотрел. На кнопку нажал видеозаписи экрана. Я выходил с телефона. И этот... Не проглядел. Оказывается, ну, запись не была. Я не знаю почему. В следующий раз буду поаккуратнее. Молитесь, Игнатий Тихонович. Господь и Бог наш, великая благодарность тебе за этот воскресный день, напоминающая твоей победе над тьмой, над дьяволом, над этим миром. И кому мы возвестили о твоем приходе, о радостной вести воскресения твоего из мертвых. Господи, продолжи эту работу, приведи их к покаянию, а нас распусти с миром. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Да, потеряю, что я сам в Барнауле, а летом потеряю.